Всем привет, это мы, Кристина, без Смайл. Извините, что так долго времени не выкладываю видео, потому что я не могла, и это шестой выпуск школы видеоблогера. В этом выпуске я вам расскажу, какое освещение нужно для видео. Многие снимают, если у вас, например, люстра сейчас, ну, она сломалась, может быть, она в ремонте, и вы можете, вот, ну, вряд ли кого-то сейчас люстра в ремонте, потому что свет необходим. Вот, люстра у меня вот такая, она очень хорошо на видео этот свет дает. Если у вас там фонариков нету, снимайте, чтобы свет падал на видео с лампы, потому что лампа, она удобная и хорошо на видео делает свет. Многие снимают сейчас при лампах, при фонариках, при светильниках, при ночниках, ну, собственно, многие при люстрах, потому что это, ну, самая необходимая вещь, чтобы вообще в доме, в видео это все. Когда мы купили лампу, такую, ну, настольную в основном, да, настольную в основном все используют. Я еще тогда не была на Ютубе, и я даже подумать не могла, что свет так, наверное, ну, будет так сильно гореть от лампы, очень ярко. И я лампой практически пользуюсь только в сериалах, потому что свет. А вот когда обычное видео, когда я себя показываю, свое лицо, то я, естественно, с люстры снимаю, потому что лампа, она никак не подаст свет видео, если показываешь свое лицо, это никак, это вообще, это будет, не знаю, как это назвать. Ну, кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и пока, с вами Кристина без смайл, до следующих видео.